В Японии набирает популярность так называемый «сладкий приворот». По факту – обливание шоколадом. Как заявляют владельцы одного из местных спа-курортов, эта процедура помогает наладить личную жизнь. Правда это или нет, однако сегодня липкие ванны уже готовы принимать тысячи молодых людей из страны восходящего солнца. Тайны шоколадных страстей пытался разгадать Алексей Захаров. Японцы радуются как дети. Пускай не очень эстетично, зато дешево и практично. Сотни йен за процедуру и романтический вечер обеспечен. Владельцы спа-салона в городе Кумакура уверяют, обливание шоколадом сближает людей даже лучше саке. Здесь и слоган придумали соответствующий. Хотите найти любовь? Пройдите сладкий приворот. Я приехала сюда, чтобы наладить личную жизнь. Моя подруга познакомилась здесь с молодым человеком, и теперь они встречаются. Идея сладкого приворота родилась у владельцев спа-салона накануне Дня Святого Валентина. Предприниматели просто хотели развлечь влюбленных, но услуга вдруг стала пользоваться бешеной популярностью. Мы используем только натуральный шоколад. Он не только вкусный, прекрасно увлажняет кожу, но главное – это сильнейший афродизиак. Известно, что в состав шоколада входит химическое соединение фенилэтиламин. Оно действует на человеческий мозг как любовный эликсир. По мнению японских врачей, именно в этом кроется причина невероятной популярности сладких процедур. Мы хотели, чтобы люди входили в эту ванну и зажигали огонь своих отношений. Судя по наплыву посетителей, нам это удалось. Успех шоколадных ванн настолько воодушевил владельцев салона, что они задумали целую линейку процедур из разных продуктов и напитков. На подходе ванны из зеленого чая, гранатового сока и даже вина. Впрочем, будут ли эти новинки пользоваться успехом, пока непонятно. Алексей Захаров, Алексей Марачев, Елизавета Благая, ТВ-3.